Вот выйдешь вот так на набережную прокатиться, и непонятно, куда ехать, какой полосы держаться. Все люди под ноги бросаются и шарахаются. Давайте разбираться в правилах дорожного движения в местах отдыха. По закону водители двухколесного транспорта в городе считаются пешеходами. Но в местах отдыха действуют свои правила, и даже есть специальная разметка. Здесь главное держаться своей выделенной полосы и двигаться по правой стороне. Есть дорожка специальная, и по идее по ней нужно ездить, и нельзя по ней ходить. Но это не всегда соблюдается и пешеходами, и велосипедами. Логика у горожан простая. Никто не едет, значит, можно идти где хочешь. А вот о том, что велосипеды и самокаты двигаются гораздо быстрее человека и могут появиться в самый неожиданный момент, они предпочитают не думать. Ну, вчера, в частности, еду. Женщины с детьми, женщины вдвоем идут вот прямо по велогонке, по дорожке, где на велосипеде. Скажешь, Маша, видишь, опять. Ну, помехи страшенно. Самим же пешеходам, конечно, никто не мешает. Положительно, пусть люди занимаются спортом. А вы сами знаете правила, по какой стороне вам нужно идти, чтобы никому не мешать? Нет, ну, отлично, почему нет-то? Всем свое место, все гуляют там, где хотят, и... Никому не мешают. Такое расслабленное настроение совсем не подходит для мест большого скопления людей. Опытные роллеры говорят, главное в таких прогулках – внимательность, а для экстремального катания лучше найти другое место. Просто внимательнее нужно быть, как бы, к людям, которые тоже катаются. Если, например, очень активное движение, можно же не успеть за чем-то уследить, на одно внимание полагаться. Ну, да, возможно, вы правы. Ну, вот здесь мы... спокойно катаемся, если хотим поэкстремалить, на Татышеве на острове, там площадка огромная, асфальтированная, там мы всякие трюки выполняем, тренируемся, экстремально. Получается, основная проблема в человеческой безответственности. Давайте исправим эту ситуацию. Запомните, не заходите на велосипедную дорожку, если вы передвигаетесь пешком, даже если в данный момент вам кажется это безопасным. И не выезжайте на пешеходную зону, если вы водитель. Прокатились с ветерком Софья Лупинина и Денис Сыров.